Всем привет! Это видео, как я, то есть это видео третья часть, как я строил город. Но я его, у меня нет особо деталей, поэтому у меня их сейчас мало, я не могу ничего строить, и поэтому я обещала их сломать. В этой серии мы их, конечно, сломаем. Чтобы было лучше видно, я кое-что сделаю. Редактирую как видео. Ну, приступаем. Сначала какой из этих будем ломать? А давайте не будем по очереди ломать. Просто вот сделаем, типа это такой просто здесь город стоит. И будем его просто ломать патронами, так? Ну все. Вот я в конце сломал город. Все было хорошо видно, как там. Ладно, ладно. Проверим. Так, посмотрим-ка, как здесь сломалось. Так, это кусок от какого здания? Вроде в котором были муффинсы. Вот это здание. Сами муффинсы. А здание с муффинсами вроде было где-то вот здесь прямо было. И вот здесь, где эти муффинсы были. Или где-нибудь вот здесь. Вот здесь. Вот это значит статуя центральная. Вот здесь это дом. Помните, что там, наверное, были муффинсы. Где эти самые муффинсы? Вот. Подставку сейчас возьму, чтобы было удобнее снимать. Так, вот. Здесь эти муффинсы. Это муффинсы. И там застряли, надо здесь подделать. Опа. Что-то темно стоит. А вот светло, это что такое? А, это в окне. Солнце, это чего? Подождите-ка, сделаю получше. Что-то не получается. Придется кое-что здесь сделать. Придумал открыть, как я сразу не подумал. Сразу думал, что это невозможно. Оказывается, это возможно. Ну все, сами мы разобрались. Помните, этот балкончик вроде тоже где-то вот здесь, вот так стоял, вроде тоже вот в этом, то есть не в воздухе, в здании, было его тоже в здании, где был муффинс. И дальше, вы помните, это большое здание с лифтом, вот этот самый лифт. У него кабина вообще не поломалась. Просто когда я его ломал, пытался, типа там с ним играл, он, у него вот этот вот низ сразу отпадывал. Теперь он держится, хотя это тот же лифт, который я тогда использовал. Веревочка. А, ну это уже неинтересно. Вот здесь дальше еще какой-то кусок. У нас, кстати, здесь нормальные детальки остались. Можно вот так домик собрать вот с муффинсами. Ну ладно, там, наверное, это все будет очень интересно. Это можем уже заканчивать. Надеюсь, вам видео понравилось. Ну, всем пока.